Оля, больше не станет? А, больше. Больше станет? Я знаю, что... Так, один, а больше километра? Нет. Один, наоборот, станет. Раз, два, три, 340. Хотя бы три раза в правую сторону повернись, не о чем мыслить. Да. Я тебя ориентирую. Вот сейчас ее тонкие тела вошли в божественный поток. Смотри, что произошло. Оля, больше километра? Чувствуешь? Вправо да, влево нет. Больше 10 километров. Один оборот. Два, три, три, четыре километра. Десять раз. Вот и все. Но ведь это нигде не напишут. Чтобы снять, надо крутиться влево, словно. Утвердить в правое. Вот захотел ты снять. Допустим, подожди. Слушай, все паразитические сущности, заберите свои программы, отдайте мне мою жизненную и творческую силу и отправляйтесь в свои пространства и времена. То есть они где-то зародились и приходят в противофазе к тому, они его начинают бить в другую сторону. Тот, кто породил это. Это частота пространства. Наказывается тот, кто породил мерзость. А если ты их никуда не отправишь, она вот возле тебя будет сидеть. Ну, себя скинул на тут, ей надо указать место этой сущности. И покрутиться в левую сторону. Все. А куда лучше отправить в какую сторону? Что? Куда их лучше... В свои пространства и времена. Мы ваши поля померяем, а вы все запомните. Не имеет значения. Не имеет значения. Нет, нет. Хотя имеет значение цвет. Это низкие вибрации, красный цвет, агрессивный цвет. Не красный, красная девица, а красивая девица. Запомните это. Подмена слова произошла. Красный цвет низкой вибрации. Фиолетовый высокой вибрации. А белый цвет еще выше. И красивый сарафан, а не красный сарафан. Нам все мозги, все перевернули наизнанку. Так, поле больше 100 метров? Тебе 100 метров. А поле больше 100 метров? Тебе меньше. Один наоборот 10 метров. Раз, два, три, 36. 36 метров. Поднимитесь. Вот, обратите внимание, у ней поле меньше было, чем у мужа. Это ненормально. Женщина вдохновляет мужчину, а силу дает мужу, ее предназначение. Ну, достаточно много, даже не нужно. Так, поле больше 100 метров? Да. Больше километра? Нет. Один оборот 100 метров. Раз, два, три, 410. Так, больше 100 метров? Нет. Один оборот 100 метров. Вот какой был. В любом случае, она ему силы дала больше, хотя у нее поле было меньше. А он ей дал меньше. Почему? Мужская сила где-то оттуда, она а женская сила, вот она, рядышком, мощь, вот она. Наградила природа рожать детей и силу мужику давать. Но когда женщины одели брюки, они одели скафандр от жизненной силы. Поймите же, вы перед брюках женщины, для меня это ГМО. Это не мужчина, не женщина. Силы женской нет. Особенно, когда нарвут дырочки, из дырочек, любой дырочки одежды просто фонтанирует силу. Отвратительно, через колени утекает сила. Даже шорты мужики не должны носить. Закрыть колени. Ниже колен шорты. Вот. Ну, я об этом 4 часа рассказывал, как найдите в интернете на Ютубе Живов. Артамонов Владимир Николаевич Живов. А если вдруг сотрет, это рамочку можно посмотреть, в какую сторону? Нет. Нет, я стрелками обозначил, а ты рамкой увидишь. А если вдруг сотрется?
Я еще раз говорю, со всех четырех ты не сотрешь. Повтори, они одинаковые. Вопрос еще есть? Ручка, посмотри. Не так, не так. У длинной можно что сделать? Перегнуть в другом месте, выпрямить, перегнуть в другом месте. Тебе это. Она коротенькая. Все? Еще одна дама. Нет? Ладно, тогда остальные. Очень хорошо. Вот смотрите. Вот искусственно созданная патогенная зона. Вот здесь. Выйти на эту территорию. Любое такое сооружение, вон в том окне то же самое. Вот в этом месте стоять нельзя. Мы стоим в патогенной зоне. Проход, не стой, проход, говорят. Да, на пороге не стой. Вот он порог. Угу. Вот здесь стоять нельзя. Тонкие тела ваши разрываются. Вы теряете силы. А когда вы в таком поле стоите, создается среда для формирования грипп, опухоли. Когда человек спит в такой зоне, поэтому под кровать тор положить и спи спокойно. Архитектуру делает так, что невозможно найти место в квартире, чтобы не подойдено зоны своего кровати. Осознанно, умышленно, злонамеренно делать так. Поэтому смотрите, как реагирует это. Хорошо дома можете тренироваться, из комнаты в комнату, на пороге. Как будет действовать ваша рамка. Вот я вам покажу. Как рамку надо поставить? Она должна быть идеально вертикально по всем плоскостям. Если вы наклоните вверх, она скатится. Видите? Угу. Наклоните сюда, она сюда скатится. Наклоните сюда, она сюда скатится. Это будет вам будет ложь. Поэтому надо найти вот такое положение, когда она будет абсолютно, вот эта ручка, которая держится, вертикально. Вот. Следующий шаг. Вот это есть обнуление. Вот в этом пространстве я обнуляю измерительный прибор. Исходящая сила выходит сюда, входящая сюда. Гармонизация с пространством измерительного прибора нашего. Дальше, чуть подальше стою. Теперь мое поле идет, ищет сравнение с другим. И вот это вот различие поля отобразится здесь сразу. Я уже показал, что вот за тем перегородкой, как порог, там будет другая сила, совершенно другая сила. Вот смотрите. Видите? Вот пойду дальше. Там еще другая. Смотрите. Возвращаясь назад. Главное условие. О ней нельзя думать. Будете о ней думать, она будет выполнять все ваши желания. Это вот наиболее трудно. Это наиболее трудно, да. Вот это первое упражнение. Можете попробовать. Кто еще желает рамочку попробовать? Давай. То, что я сказал, исполняйте, пробуйте. Параллельно, да, заметьте. А если корпус сделать, что она скатывается. Ну вот тут немножко. Делайте так. Разделите два слова. Это два слова. Благо, дарю. Не говорите вместе. Сразу все ставите на место. И пишите отдельно. Так, еще вопрос. Леша, вот у меня жена подошла. Хорошо. Я хотел, чтобы ты тоже замерил наш порознь и вместе. Хорошо, давайте.